Трап, 16 номер вратарь. В обороне 19 Серж Орье, 17 Максвелл, 5 Маркиньос, 2 Тиаго Сила, он же капитан команды. В полузащите 8 Тиаго Мотто шабрится. Бордо показывает, что не просто так на Парк де Пренс. Жирондинцы приехали, и забивать можно. Стать у него, может быть, даже не для футбола, а для регби. Жермен, удар, и краска. Гюмари, конечно, невероятная скорость ног. Кажется, он таким нескладным. Орье, Верати. Черпачок в штрафную. Неужели мяч какой-то неправильный? Кавани! Кавани! Красо выпустит. Мяч непонятно. Давайте смотреть. Ой. Ой, как обидно. Ну и Кавани, конечно, все шикарно сделал. Но селекция Бордо работает! Гол! Это, друзья мои, не гол с углового, нет. Это удар чаще. Обьет Кавани и гол! Умеет бить штрафные, если стенка стоит на положенном расстоянии. Без шансов для национального дивизиона, но надо к нему, конечно же, привыкать. Ди Мария и спасается. Но уже распластавшись, Красов все-таки сумел на удаление Рабьо. Париж остался вдесятером и выиграл на зубах. Прострел Кавани! Не дотягивает. Здесь Кавани как мог прыгал. Не выпускает ни Ролана, ни Телина. Подача. Кривелли! Кривелли! Никакого офсайда. Энцо Кривелли у самого Сержо Орье, так сказать, закончит переворот. Потому что, в принципе, все остальные футболисты Бордо. Он. И въехал в ногу. И не поспоришь ведь с Готье. Он абсолютно четко выдержал свою линию. Он показывал футболист. Кевин Трап, Кевин Трап, что ты? Ну, господи! Извините. Что делал Кевин Трап? Он думал, что Хазрин... Ну-ка, Лавесси, удары! С ума сойти.